Республику охватила золотая лихорадка. Вот уже третий год подряд самые стойкие и амбициозные бизнесмены борются за звание лучшего. Традиционное сельское хозяйство и машиностроение самые активные, но организаторы учли опыт предыдущих лет и расширили шорт-лист. Мы ввели номинацию «Сфера услуг», потому что очень много предпринимателей работает в этом направлении, и как-то вот они выпадали в прошлом году. Голосование за лучшего на сайте «Золотой сотни» с одного IP, один голос и один раз в день. Это для того, чтобы не было накрутки, а регистрация открыта. Заявки принимаются до 10 декабря. Если до этого года особо активными считались предприниматели из Казани, Альметьевска, Нижнекамска, то в этом году не отстают и опастовские. Церемония награждения будет проходить в этом зале 20 декабря. Пока здесь только стулья да столы, но организаторы обещают устроить предпринимателям настоящее новогоднее чудо. Динара Камалова, Данил Филатов, новости ТНВ Казань.